Ну что, первый этап, первый раунд открытого кубка Башкирии по ловле рыбы на манушку закончился. Сейчас производится взвешивание. Вот, уловы довольно-таки впечатляют, очень хорошие уловы в любительской зоне у рыболовов любителей. У спортсменов, пока я знаю, самый большой улов — это 1 килограмм 600 грамм. Ладно, что? Я считаю, что у нас сотрудничество, конечно, будет вообще благотворное. Ну, вот. Интересно, когда. Да. Под спортивную тему. Вот я думаю, и общалочка будет развиваться очень хорошо. И, соответственно, все же спортсмены, они более общительные, чем, ну, простые рыбаки. Делить нечего. Рыбу делить. Есть что делать вместе. Да, есть. А самое главное, нечего, сотрудничать, и эта тема очень хорошая для сотрудничества. Я бы не сказала, что клюет. Вообще, хотел бы я посмотреть тому в глаза, кто сказал, что здесь окуня много. Кто кричал у нас, что здесь окуня много? Первый тур закончился, будем ждать результатов. Всегда будем надеяться на лучшее, что мы победим. Всем привет!